Если человек, который идет по пути, ломается или происходит такое, что он вообще выходит на уровень животного, как животное вообще может молиться-то? Какая связь у него есть? Но она находится рядом с группой, вместе с группой, и тогда, если в группе все-таки есть изменение состояния между всеми, то она, оно, животное, может почувствовать недостаток, нехватку, изъян, который в ней, и так в нем, в животном, и так будет продвигаться. Ну, скажем, я вот в таком состоянии, я полностью вообще отчаялся, не вижу никаких шансов. Так что я смотрю на товарищей, они великие, от них получаю силу. Да. Я им рассказываю о своем состоянии, или я стараюсь не делать этого, потому что могу их опустить. На это нужно посмотреть в соответствии с состоянием.